Значит, четыре основные функции, да, христианской апологетики. Первое. Да, апологетика как защита истины. Буддит. Значит, необходимость отстаивать целостность учения Христова возникла уже в первом столетии нашей эры, когда еретики и лжеучителя начали проповедовать свои собственные учения, выдавая их за Слово Божье. Значит, необходимость отстаивать целостность учения Христова возникла уже в первом столетии нашей эры, когда еретики и лжеучителя начали проповедовать свои собственные учения, выдавая их за Слово Божье. Значит, есть два места из Писания. Иуды 3 стих и 1 Петра 3:15. Мы к этому стиху будем обращаться. 1 Петра 3:15 неоднократно. 3:15, да? Да, 1 Петра 3:15. Давайте прочитаем Иуду. Кто может читать? Иуда, 3 стих. Первый, да? Иуда 3. Возлюбленные, имея усердие, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Видите, да, что Иуда здесь в контексте конкретно говорит о том, что здесь есть его как бы наставление в том, чтобы подвязаться за веру, да? То есть, что однажды эта вера была им преподана через святых, да? И они в этой вере утвердились, а теперь обязательство их какое? Подвязаться за веру. Ну, то есть, другими словами, отстаивать свою веру. Отстаивать то учение, в котором они были научены и наставлены. И также 1 Петра 3:15. Вообще, это место из Писания считается как бы такой отправной точкой для апологетики. 1 Петра 3:15. Прочтите, пожалуйста. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета вашему уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Здесь Петр делает два акцента. Во-первых, то, чтобы Господь Бог светился в наших сердцах. И идея святого в чем заключена? Знаете, кадош? Ну, идея святого в чем заключена? Отделенности. То есть, поэтому, когда он здесь говорит в данном случае, что Господа светите в сердцах ваших, то есть, что Бог должен быть отделен в вашем сердце от всего остального. Понимаете, да? То есть, ничто не может смешиваться с Богом. То есть, сердце — место для одного почитания, место для одного трона. Как это сделать? Принимать решение. Это правда. Не знаю, кто как будет вас учить в этом вопросе, но я скажу вам,
что многие вопросы мы должны просто принимать решение. Потому что если мы, допустим, не можем отказаться от какого-то греха, и на самом деле через покаяние Писание нам говорит, что мы получаем определенную силу над грехом, да? Что мы больше не являемся рабами греха. То есть это означает, что мы рабы Божьи, это означает, что мы ему уже не подвластны. Поэтому если мы даже привыкли что-то делать, или там есть даже какая-то зависимость, понятно, что это, может быть, легко звучит, но в то же самое время здесь действует один такой метод. Принимаешь решение, ну, во-первых, осознаешь, да, что это грех. Принимаешь решение, что ты не будешь так больше поступать. Исповедуешь свой грех перед Богом и просишь Его, чтобы Он помог тебе в том, чтобы ты принятое решение провел до конца. То есть, чтобы ты смог в действительности пройти этот путь, сталкиваясь, допустим, с этим искушением или с этим грехом, вновь не повторять его. И пока человек не принимает решение, он будет снова и снова падать на том же самом месте. Пока он не примет решение, и когда он подойдет к этому месту, где он обычно согрешает, и он скажет: «Стоп, Господи, я подхожу к этому месту, я осознаю, что это место для меня является пагубным. Мне нужна сила для того, чтобы я не упал». Но он уже принимает решение, что он не будет больше там падать. Понимаете, да? В данном случае он уповает на Бога, что Бог даст ему силы и все остальное. Но в то же самое время он принимает решение действовать правильно. Потому что так Писание говорит, что бегите от блуда, например, да? Но если ты знаешь, что ты слаб в этом вопросе, например, Билли Грэм, он, знаете, не стеснялся говорить о том, что он слаб в этом вопросе. И когда его однажды там сестра, ну, женщина верующая, попросила его подвести, он сказал: «Извините, я не могу. Я принял решение, что я никогда не остаюсь наедине ни с одной женщиной. Потому что для меня это искушение». Он ему сказал: «Ну что вы, как это? Вы Билли Грэм, и вы вдруг можете быть искушаемы?» Он говорит: «Да, я такой же человек, я могу быть искушаемым». И говорит: «Я поэтому принял решение, и я никогда не остаюсь, кроме своей жены, с другими женщинами наедине». Понимаете, да? А если мы бросаемся и думаем: «Ну, Господь даст нам силы, мы со всем справимся», но при этом знаем, что это для нас слабость, что это для нас искушение. Зачем туда идти туда? Понятно, да? Поэтому Петр, он здесь говорит, что: «Господа Бога светите в ваших сердцах». Но вторая часть, конечно, она как бы говорит именно о том, о чем мы сегодня говорим, о апологетике, да? «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчет о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Во-первых, сама фраза «будьте всегда готовы» — это означает что? Быть готовым. Быть готовым, да, но для того, чтобы быть готовым, что нужно? Приготовиться, понимаете, да? Приготовиться. И ночью придут и скажут. Да, совершенно верно. Ночью придет к вам свидетель Иеговы и скажет вам: «Да, а ну-ка расскажи мне, почему это ты вдруг веришь, что Иисус есть Бог?» Да, они считают, что сила. Вот. Понимаете, да? Но для того, чтобы в любое время быть готовым, что нужно? Приготовиться.
Я помню, когда только уверовал в 95 году, такую брошюрку прочитал. Не помню, кто ее написал, честно говоря. Может быть, это Бонки был, но я не помню, честно говоря. Была брошюрка такая, и там весь смысл брошюрки был в том, что если ты уверовал, значит, ну, как бы не сомневайся. И даже если дьявол к тебе приходит и говорит, что ты не спасен, ты должен твердо ему заявить и дать ответ, что ты спасен на основании мест Писания. И там предлагались места с Писания, которые, ну, как бы рекомендовалось выучить. И приводилась история. Там, что к человеку пришел ночью, к новообращенному, пришел ночью дьявол и сказал ему: все то, что тебе рассказали, это все неправда, ты не спасен, а у тебя есть и те грехи, а у тебя есть и эти грехи, а у тебя есть и то, и все. И человек, который подготовился к этому вопросу, он был готов дать ответ. И он, я тогда тоже помню, я выучил этот стих из Писания, до сих пор помню, это Евангелие от Иоанна 5:24, там где: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня и пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не переходит, но перешел от смерти в жизнь. И этот, может, это ребенок был, не помню, там в этой брошюрке, ну, история описывалась, он процитировал это место из Писания и сказал: я спасен, потому что так говорит Слово Божье. И дьявол убежал. И больше его не доставал. То есть поэтому это говорит о том, что если мы в действительности приготовлены, что бы ни происходило, когда приходят и от нас требуют какого-нибудь ответа, мы являемся готовыми, как говорит Петр здесь, да, и готовы настолько, что всякому требующему у нас отчета, смотрите, в вашем уповании, да, то есть в вашей вере, в вашем уповании, на что вы уповаете? Дать ответ с кротостью и благоговением. И вновь подчеркивается эта мысль, что наш ответ, он должен быть каким? В кротости и благоговении. Никакого раздражения, никаких негативных эмоций, никаких там всплесков, такого, знаете, там. Это очень тяжело. Ну, это тяжело, я понимаю. Но в данном случае мы видим, что Слово Божье говорит об этом. Значит, это подразумевается, что это тяжело, но это возможно. Правильно. Ну а как мы можем к этому прийти? Тренировки, совершенно верно. Тренировка. Потому что так само слово говорит, да, что, то есть в итоге в практике вы поднимаетесь каждый раз на уровень. Один раз вы с кем-то поговорите, да, что-то не получится, дома придете, помолитесь, проанализируете, может быть, даже поплачете, почему нет, проанализируете, почитаете то, чего вы еще не знаете, да, подготовитесь к встрече, и в следующий раз уже лучше проведете эту дискуссию, этот диалог. И в итоге, в действительности, и так с каждым разом будете расти и расти. Аминь? Аминь. Хорошо. Вообще вот этот текст, который здесь записан в 1 Петра, в 3 главе с 8 по 16 стих, он как бы дает такой, знаете, нравственный контекст христианской апологетики. И здесь у меня есть два перевода, ну, в смысле, обычный наш текст мы сейчас прочитаем. И потом я прочитаю текст, который записан, перевод «Радостная весть». Современно, да? Да. Кто может прочитать 1 Петра 3:8-16, 3 глава с 8 по 16 стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло –
чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Интересен момент того, что, видите, да, я сказал, что это нравственный контекст христианской апологетики. И здесь можем включить тот момент, что если, в первую очередь, конечно, мы обращаем внимание на 15 стих, где нужно дать отчет, да, у требующего нас ответа. Но с другой стороны, мы видим, что Петр говорит о поведении, которое мы должны иметь при этом, да. И здесь вот в данном случае, как бы я вспоминаю другую историю, которую я слышал, рассказывает там один человек историю о верующем новообращенном в Узбекистане, в каком-то там небольшом поселении. В общем, человек работал, значит, на какой-то базе, ну и как обычно, знаете, даже как в Советском Союзе, кто помнит еще, да, кто выходцы. А вот, было как, что не надо иметь большую зарплату, да, а надо иметь место, где все было доступно, ну, то есть что можно было тянуть и так далее. И вот человек работал вот на какой-то базе такой и, ну, естественно, жил не за счет зарплаты, а жил за счет того, что потянет. В конце концов, он когда уверовал, он пришел, это был молодой человек, он пришел и сказал: «Вы знаете, я больше не смогу так работать, потому что я вот стал верующим, и Иисус учит тому, что нужно жить совершенно по-другому. Нельзя брать чужого, воровать и так далее». Ну, так все с него посмеялись, а потом посмотрели, что он в действительности не участвует в их делах. Как бы он стал неудобен. И знаете, они попросили его, чтобы он, короче, оттуда ушел. Потому что он им стал неудобен в их, как бы, да, разрушает их, как бы, наработанные все эти дела. Ну, и он остался без работы. Ну, и там ему стали говорить: ну, вот к чему тебя твоя вера довела, значит, ты там остался без работы, там, и так далее. Ну, он говорит: я верю Богу, что все будет хорошо. Короче, в этом его селе, где он живет, ну, в этом поселке, был один магазин, ну, один там какой-то продовольственный магазин и все остальное, то, что там в этом магазине было. Вот. И там провели какой-то рейд директора, и, ну, он же и продавец, ну, то есть, понятно, магазин в таком поселке. Его, значит, арестовали за то, что он там что-то там, недостачи какие-то и так далее. Ну, и там стали вопрос поднимать: ну, кого нам сюда поставить? Ну, и одни шутя говорят: а давайте этого, говорит, поставим. Говорит, верующего, который вот здесь не хочет воровать, посмотрим, как он будет жить в этом магазине. И когда он стал в действительности работать в этом магазине, получилось так, что люди стали говорить, что, ну, как говорить, странный этот парень такой, в общем, там говорит, что он какой-то верующий, верит там в Иисуса и так далее. Но, вы знаете, отпускает товар четко, не обманывает, как бы, то есть... Все, нигде нету такого, чтобы не довесил, там все так в порядке, правильно и так далее. То есть, и молва стала о нем расходиться. И люди стали из других сел приходить в этот магазин. В свой не ходят, а идут, значит, сюда. И все это больше стало распространяться в итоге таким образом, что через это некоторые стали обращаться к вере. Ну, в том отношении, потому что стали приходить к нему и спрашивать: ну скажи, вот ты такой странный человек, почему ты такой странный человек? Ну, в нашей стране, ну, не принято так жить, да? Мы же все живем по-другому. Почему вот ты так живешь? И он всем, значит, свидетельствовал, всем рассказывал, что он уверовал в Иисуса и так далее. И через его свидетельство люди стали обращаться к вере. Ну и, в общем, там пошло уже возмущение уже по другому поводу, что многие стали приходить к вере в Иисуса.
И там какого-то позвали они мулу, чтобы он пошел с ним поговорить, значит. Тот мула пришел, стал с ним говорить. Вот. Ну и там были покупатели, и, в общем, он стал говорить: не покупайте у этого человека, там он, в общем, изменник, там он предал веру отцов и так далее. То есть не ходите вообще в этот магазин. Ну и тут эти люди стали возмущаться и говорят: слушай, мы его знаем. Да, он странный парень, говорит, живет честно, говорит, но при этом же нам же хорошо. Говорит, а ты кто такой? Иди отсюда. И прогнали этого мулу. Ну и, в общем, смысл того, что, говоря о нравственности, да, вот этого контекста, о котором мы говорим, то, в принципе, наша жизнь, она тоже своего рода может быть, ну, проповедью, да, и мы помним, сам Иисус говорит, да, что будьте светом, делая добрые дела. Вот, то есть невозможно быть таким образом, что, с одной стороны, ты проповедуешь, а живешь как-то непонятно, да. Или, с другой стороны, нельзя, чтобы вроде бы ты жил хорошо, ну, правильно, да, и в данном случае не проповедовал. То есть эта жизнь, она должна быть таким образом, что и твоя жизнь должна соответствовать нравственному стандарту христианской жизни, и твоя проповедь должна соответствовать нравственному стандарту и вообще, ну, как бы, Евангелию, для того, чтобы это вот. А теперь давайте я прочитаю вам перевод, который записан в этом радостной вести. Значит, пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны. И вам в наследие обещано благословение. Кто хочет счастливо жить и увидеть добрые дни, пусть хранит язык от злоречия, а уста от обмана. Пусть отвернется от зла, пусть добро созидает, пусть ищет мира, пусть добивается мира. Ибо очи Господни на праведных и уши открыты к молениям их. Но гневен ли Господа, когда Он на злодея взирает? И вот этот отрывок, кто хочет счастливо жить, и до этого места, но гнев Господнего лика, когда Он на злодея взирает. Это отрывок из Псалма 33, 13, 17. То есть интересно, что Петр свою проповедь, ну, в данном случае это послание, он собрал из разных отрывков высказываний Танаха, да, Ветхого Завета. И следующий отрывок — это Исаия 8, 12, 13. «Да и кто причинит вам вред, если вы будете ревностны к добру? Но даже если вы страдаете за свою праведность, вы счастливы. Не бойтесь, чего они боятся, и не страшитесь. Но Господа Христа чтите свято в сердцах своих. Будьте всегда готовы дать ответ любому, кто спросит вас. На чем основана та надежда, что живет в вас? Только отвечайте кротко и уважительно. Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, в которой вы живете, веруя в Христа, устыдились собственных слов». Последнюю фразу еще раз почитаю. «Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, в которой вы живете, веруя в Христа, устыдились собственных слов». Взаимосвязь, видите, жизни и проповеди. Ну, преследуется здесь, как бы показано очень четко, что нельзя, чтобы наши дела и наши слова расходились, чтобы наша жизнь и наша проповедь были вместе. В этом же разделе я хотел бы еще
как бы отметить такой пункт, зачем нужна вообще как бы апологетика. Ну, уже одну фразу вы точно знаете, да? Защита, да. Защита христианской веры, да. А вот вопрос тогда как бы такой тоже. А зачем защищать христианскую веру? Ну вот из того, что мы уже как бы сегодня прошли, что-то уже можете на это ответить? Зачем от лжеучения, от различной ереси, чтобы, потому что если мы не будем отстаивать, как бы, то тогда ересь заполонит весь мир, нам еще сложнее будет. Ну, правильно, да, в принципе. Есть еще какие-то предложения? В принципе, то же самое заблуждение, чтобы не сбиться с одного с пути. Да, то есть, во-первых, защитить свою веру, да, во что ты веришь. И плюс дать возможность другим людям прийти к познанию истины, чтобы они также понимали, что есть истина. Значит, есть библейские тексты, которые говорят или указывают на эту необходимость. Ну, во-первых, 1 Петра 3:15, то, что мы сегодня уже несколько раз читали. То есть там именно эта идея, что мы должны быть готовы ответить, почему мы так верим. Понимаете, да? То есть именно идея заключена в том, что мы должны быть готовы дать именно ответ, почему мы так верим. То есть именно в этом смысле. Также второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Может, кто-то хочет читать. Второе Коринфянам 10:5. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Здесь вот идея именно заключена во второй части, что пленяем всякое помышление в послушании Христу. То есть мысли, да, они могут быть, как в песне, помните, поется «Мои мысли, мои скакуны». Вот. Но все мысли, они должны быть собраны и также быть в послушании Христу. Также есть образы. Это номер два, то есть как бы здесь это у нас есть образы через само Писание, где применяется апологетика. Например, послание к Галатам, оно в принципе все послание написано в таком в апологетическом стиле. Также, в принципе, первое и второе послание к Коринфянам тоже. Мы можем увидеть, например, что Павел защищает свой апостольский авторитет. Деяния, 17 глава. 17. Деяния, 17 глава. И, наверное, мы уже завтра на ней более подробно остановимся. Сейчас ее, может быть, коснемся. Вот. Завтра на ней более подробно остановимся. В данном случае здесь мы видим апологетическую проповедь Павла, которую он проповедует в Ареопаге. Это Деяние 17. Ну, там есть отрывок. Ну, там вообще вся глава, в ней можно многому научиться, как бы, то есть связано с апологетикой. Сейчас мы кусочек посмотрим. Вот. Ну, конец главы, там, начиная, сейчас скажу вам, с какого стиха. 16 стиха.
Да, это когда Павел приходит в Афины, и потом он приходит в Ареопаг, там с 22 стиха. И там он проповедует. Вот его проповедь, вот эта вот проповедь, она является апологетической. И в данном случае в этой проповеди Павел говорит о положении общего откровения. И вот мы потом это все разберем уже завтра, хорошо? Сегодня как бы я хотел бы, чтобы мы только начало главы посмотрели. Давайте, значит, Деяния, 17 глава. Деяния 17. Сейчас скажу, какие стихи. Ну, можно с первого стиха читать. С первого по четвертый стих. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Значит, на что нам стоит здесь обратить внимание? Во-первых, Павел приходит в город, да, вот это Амфиополь и Аполлонию, а потом он приходит в Фессалонику. В этом городе была синагога, видите, да? И сказано, что Павел по обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая. То есть это очень важный момент, именно связанный с апологетикой в том отношении, что в данном случае Павел, ну, не просто как бы свидетельствовал людям, да, короткие какие-то свидетельства. В данном случае мы видим, что Павел приходит в синагогу. Ну, здесь сказано, что по обыкновению. И это тоже как бы очень такой вопрос, который, ну, я так скажу грубо, обсасываю с разных сторон. Вот. По поводу того, что зачем Павел ходил в синагогу и так далее, он был послан к язычникам. Но это есть свое определение. То есть то, что делал Павел, это было правильно, и он знал, что в синагогу он приходил, во-первых, потому что он знал, что нужно проповедовать иудеям, потом еллинам, то есть принцип Божий, и он об этом сам заявляет. Вот. Во-вторых, он знал, что эти люди, они читают Писание. И с ними, рассуждая и доказывая, он с ними говорил на основании Писания. Понимаете, да? То есть, например, ту проповедь, которую мы будем рассматривать завтра уже, он говорит с язычниками, с различными там философами и так далее. Но в данном случае он говорит с людьми, которые посещают синагогу, людьми, которые изучают Писание, и люди, которые в определенном смысле живут, ожидая приход Мессии. И беседуя с ними, мы видим, что он делал. Написано, что он вошел к ним и три субботы говорил с ними. Видите, да? То есть это означает, что у него была конкретная выкладка по отношению тому, что он должен был им донести. То есть он был хорошо подготовлен к этому вопросу для того, чтобы излагать это шаг за шагом, обоснование своей веры. Но видите, да? Пришел сразу там. Вот так и все. Ну, да, то есть он мог прийти и сказать, все, покайтесь все, да, и так далее. Вот. Но в данном случае, даже если он бы пришел бы и начал бы с того, что всем надо покаяться, мы видим, что здесь люди задаются вопросом, а почему надо покаяться? Ну, здесь этого не написано, но мы можем это предположить. Из того, что сказано, что открывая, видите, говорил с ними с Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. То есть у него конкретный был план, у него конкретное было послание,
И у него конкретное было обоснование того, во что он верит, почему он верит, на основании чего он верит. То есть у него была, я бы так сказал, апологетическая выкладка, да, то есть конкретная, скажем, программа по защите своей веры. Потому что, поверьте мне, что там ему задавали серьезные вопросы. Ну, да. Я думаю, что там как раз и ответы завета начали его там нейтрализировать. Я вас даже, может быть, некоторых удивлю. Вопрос в том, что Нового Завета не было. Ну да, там пророчества никакие. Весь разговор шел на основании Танаха, весь разговор шел на основании Ветхого Завета. А? Он был законник, он же хорошо знал Танах. Да, но вся идея... Понятно, понятно. Ну хорошо, мы могли бы так сказать, что ему было проще разговаривать с иудеями в синагоге, да? Но мы тут же видим, что... Ну, из Еленов здесь покаялись также. Да, но это люди, которые из Еленов. Здесь подразумевается, это те, которые... это как из людей, которых называли там богобоязненными, те, которые приходили в синагогу, которые верили в Бога Авраама, Ицхака и Якова, понимаете, да? Есть разные мнения по этому вопросу. Вот. Греческие евреи, как бы такое понятие, да. Вот. Здесь есть, как бы часто к этому дают такое обоснование того, что, во-первых, это люди, которые были обращены из язычников, вот. А некоторые говорили о том, что это, скорее всего, те, которые жили евреи вне Иерусалима, понимаете, ну, вне Израиля, как бы, то есть, как бы они были некоторые даже ассимилированы, может быть, каким-то образом, ну, то есть в том отношении, что они приходили туда на поклонение, но в данном случае жили не как евреи. Но знаете, это немножко как-то так, ну, звучит. Мне больше, в данном случае, смотрите, это уже происходит за пределами Израиля, понимаете, да? Там есть иудейская синагога. Это означает, что в эту синагогу уже точно ходят евреи. Вот. И здесь в итоге сказано, что и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. Вот. То есть, здесь, видимо, есть и те, и другие, я понимаю. И женщины. Ну, и женщины, да. Ну, тут как конкретно, да, и знатные женщины. То есть, да, тут делается акцент на том. Ну, ладно, это как бы нам важно в данном случае другая идея. Что в данном случае Павел, на что мы должны с вами обратить внимание, что он был, во-первых, приготовлен, у него было конкретное послание, да, у него была разработанная система защиты его веры, у него была апологетика своя, понимаете, да? Ну, в данном случае им может быть разработанная для того, чтобы защищать то, во что он верил. Ну, сейчас мы как бы, смотрите, в данном случае мы сейчас не можем как бы вот сравнить проповедь Иисуса и проповедь Павла. В том отношении, что Павел в данном случае, он уже как представитель последователя Иисуса. Я думаю, что когда он там находился, по-любому Дух Святой ему открывал все то, что надо было сказать на протяжении всех этих трех суббот. Всем тем, кто там присутствовал. То есть помимо того, что знание из Ветхого Завета, то есть как бы, может быть. Я думаю, что Павел, конечно же, во-первых, ну, мы можем понять, что уже пройдя этот путь до Фессалоники, да, он уже как бы имел определенный опыт, он имел определенные наработки, да. Он получал откровения от Бога и так далее, он утверждался в них больше и потом писал эти все послания, наставлял других и так далее. Он видел проблемы с теми уже ересями, которые в тот момент уже появлялись, да. Например, у него столкновения произошли там с иудействующими. Вот.
Ну, об этом мы будем потом говорить завтра. Я думаю, что у него еще такой как бы свой опыт был, когда он до того, как принял, да, Иисуса, ну, своей мессией, когда он, имея власть, ну, гнать всех христиан, то есть у него уже какие-то были знания и познания, с чем он, ну, сталкивался с христианами. То есть как бы, ну, противовес был уже. Даже если кто-то что-то ему говорил, он понимал, что что они говорят, ну, это ересь. На основании того, что он сам когда-то был таким. Ну, во-первых, не совсем, здесь нету ереси, послушайте. В данном случае, когда он приходит в синагогу и проповедует там, и доказывает, да, или дискутирует. Вообще вот это вот, ну, некоторые утверждают, что вот это слово, которое здесь используется, что он не просто доказывал, он дискутировал с ними. Ну, как бы, в принципе, здесь из самого описания понятно, что шла дискуссия, да, то есть, ну, он, они говорили, приводили свои аргументы, да, он в ответ давал свои аргументы, то есть, да, у них был диалог, то есть, почему они именно, они говорили, ну, а мы вот сомневаемся, да, допустим, что это так-то и так-то, потому что вот здесь Писание говорит то-то и то-то. Он в ответ говорит, да, допустим, я понимаю ваши сомнения и так далее, ну, вот смотрите, вот это место из Писания говорит то-то и то-то. И на основании этого места из Писания, и на основании того, что произошло и так далее, вот я верю, что это так-то и так-то. То есть в данном случае, видите, речь шла о том, что существовали конкретные доказательства на основании Писания. То есть разговор был не такой, что, ну, хотите верьте, хотите нет, там, и так далее, да, то есть шел хороший диалог, в котором шел, возможно, спор, да, но спор не такой, что там они, ну, потом они и дошли до этого, конечно. Вот. Ну, в пятый стих говорит, да, что, что не уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. Но это уже было потом. Вначале они три субботы, а это, считайте, три недели, да, то есть они вначале три недели, они, это ж одну субботу он говорил, допустим, да, они что-то там дискутировали. Целую неделю они готовились, приходили. Происходил опять там диалог, дискуссия и так далее. Опять они расходились. Снова неделя проходила, встречались. То есть это процесс был. В результате были те, конечно, как всегда, кто уверовал, кто сказал, наверное, мы еще подумаем. И третьи, которые остались такими возмущенными, которые хотели его уже тут же забить камнями. Хорошо, дорогие, на сегодня все.